дружба – одно из самых возвышенных чувств. И если в раннем возрасте ребенок выбирает товарищей по игре, то в подростковом основной критерий дружбы – общие позиции и совпадение интересов. Смена увлечений одного из ребят может привести и к окончанию дружбы. Подростковая дружба крайне необходима для социализации ребенка, определения своего места и потребностей. Для, опять же, подросткового возраста очень характерен конформизм, когда ребенок идет на поводу других. С одной стороны, в этом нет ничего плохого, потому что, принимая точку зрения других, референтного, важного для него человека, таким образом человек в какой-то степени неосознанно определяется со своими взглядами. То есть в подростковом возрасте бить тревогу рано. То есть определение друзей начинается в юношеском возрасте, глубоких, верных друзей. Очень также хочется успокоить родителей, потому что у каждого есть друг, с которым он прошел от детского садика и до поздней зрелости. И возникает такое ощущение, что вот мы же дружили, но не забывайте, что вы дружили, когда вам было 5, 6, 7, 10, 12 лет, вы дружили с большим количеством людей. Просто этот сохранился до конца. Да, и вариантов было тогда тоже очень много. Просто он остался в друзьях. И в юношеском возрасте мы осознали, что это мой друг. А в подростковом возрасте это приятели, знакомые. Да, мы их называем друзьями, но это не тот друг, который появляется в юношеском и уже во взрослом, зрелом возрасте. Лучшая роль родителя – быть рядом, помочь ребенку понять, что такое настоящая дружба, как ее узнать. Ведь именно друзья – это ценность, которая так необходима каждому.